Интернет пестрит советами. Как быть, если за окном невыносимая жара? Диванные эксперты рекомендуют делать обертывания с охлаждающими гелями, менять шторы на белоснежные, так якобы помещение меньше нагреется. Самые отчаянные предлагают оборудовать бассейн прямо в квартире. Во время знойной погоды медики не рекомендуют пить ледяную воду. Можно заработать при охлаждении всего организма. Не утолить жажду и зеленый чай. А вот контрастный душ позволит отрегулировать температурный баланс. Мы рекомендуем употреблять в настоящий период времени большое количество жидкости. Нужно исключить спиртосодержащие напитки, алкоголь, пиво. Также напитки, которые горячие напитки, кофе. Чай. Необходимо употреблять прохладные напитки, но ни в коем случае не охлажденные. Бобруйчане стихийно переоделись в летние луки, майки, юбки, шорты и открытая обувь. Чтобы избежать негативных последствий, медики призывают носить одежду из натуральных тканей, меньше отдыхать под прямыми солнечными лучами. Когда на улице плюс 30, тепловой удар можно получить всего за полчаса. Впрочем, чтобы спастись от жары, люди используют любую тень и, кажется, за день готовы сделать годовую выручку продавцам прохладного десерта и кваса. Когда сильное солнце, конечно, нужно сидеть дома. Избегать этих солнечных ударов. И так, конечно, головные уборы, питье не сильно холодное. Ближе к воде находимся, обычно на даче сидим. Пока покупаем мороженое, сегодня планируем поставить бассейн. Так как-то частный дом, вы знаете, я, наверное, в город и выбираться не буду. На работу, с работы. Специалисты уверяют, в жаркие дни стоит тщательно продумывать свои маршруты и отложить некоторые поездки. Не лишним будет по дороге с работы заглянуть на пляж. В настоящее время все пляжи у нас паспорта подписаны. Лабораторное исследование воды проведено. Вода соответствует гигиеническим нормативам. Если человек постоянно принимает лекарства, некоторые препараты повышают чувствительность к солнечным лучам, прежде чем выйти на прогулку, стоит посоветоваться со специалистом. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.